Йо, ребят, всем привет, с вами как всегда я Валрус, и сегодня мы продолжаем с вами смотреть видеоролики по Майнкрафту. Очень сильно хочу вас попросить прямо сейчас поставить лайк, подписаться на мой канал, если вы не подписаны, конечно же нажать на колокольчик и написать комментарий, потому что крутые комментарии, я лайкаю. Давайте не будем медлить и начнем смотреть крутые видосы. И кстати, если вы давно хотели приобрести себе лицензионные игры, но не хватало денег, то по ссылке в описании вы найдете все свои самые любимые игры по самым низким ценам. Первая ссылка в описании. Первый видеоролик ютубера X-Game World «Подними глаза». Давайте смотреть. Блядь, Толик, Леборик, первый день, блядь! Кто-то звонит в дверь. О, я... Гиги, за шаги. Получи гиги. За шаги. Ги-ги-ги. Пошел нахуй. Ги-ги. За шаги. Утро. Опять кто-то звонит в дверь. Я думаю, что это какой-то другой сотовый оператор. Подними глаза, здесь вон какое в небесах. Подними глаза, здесь руки нежно гладят пса. Подними глаза, смотри. Кстати, прикольно сделано довольно. Следующий день. Сейчас вы сами знаете, какая музыка должна заиграть. Давай, давай, ты должен это сделать, пожалуйста. Потряси скорее смартфон. Тряси, тряси смартфон. Приготовил мегафон. Персональные подарки. Ты тряси, тряси смартфон. Потряси скорее смартфон. Приложение мегафон. Год бесплатной быстрой связи. Ты тряси, тряси смартфон. Потряси скорее смартфон. Довольно классно получилось на самом деле. Реально прикольно. За день до этого. Балдю бам-бам. Берем измерение Майнкрафта. Оно будет переноситься в реальную жизнь, только когда X будет значение 10. Я, кстати, это видел в Инстаграме. 10, да? У тебя сейчас 95 хп. 95 мы делим на... 9. Это будет... Сука. Он не знает, сколько будет 95 на 9. Да блин, как можно не знать, сколько будет 95 поделить на 9? Это будет, между прочим, 10,5... Ну, я не знаю, какое это число на самом деле. Сколько это будет? Ёбаная физика. Ладно, походу это правда. Блин, сука, оно не сходится. А если я возьму 100, поделю на 10... Получится 10. Это будет 10. Я не понял. Ну, очень интересно. Блин, классный вообще выпуск получился у X-Game World. Серьезно, очень понравилось. Давайте посмотрим другие видеоролики. У меня, как обычно, опять разрядилась камера, но ладно. Пойдемте смотреть следующий видос. Следующее видео моего крутого друга Феликса. Погнали смотреть! Бодро сама. Я женщину не трогаю. Спокойно, нахуй. Снимай, братан. Руки убери. Братан, не снимай, говорю. Пусть они сами трогают, говорю, не надо. Это, короче, походу, тот самый мем, лох цветочный, как и называется видео, которое было очень давно популярным. Интересно, что будет дальше. Отлично. В смысле? Прямом. Вы чё, пацаны? Я тебе говорю, ты чё меня трогаешь? Пошли, тупо, иди сюда, зайдём. Иди, говорю. Пойдём. Иди нахуй отсюда. Ты чё? Я говорю, нахуй отсюда. Чего ты хочешь? Чё, не слышишь? Не слышу. Иди отсюда. Да ну нахуй. Да. А чё будет? Говорю, иди нахуй. Сам нахуй. Понял. Чё ты хочешь? А? Не понял. Ты чё, куда идти с тобой? Пойди, пошёл нахуй сюда, зал, блядь. Шаг сюда выполнил. Понял, нахуй. А?
А? Короче, очень чё, странное хуй, видео. Телефон отдай кинту. Иди нахуй, сиськастый. Ты чё, плохо слышишь меня, тос, блядь? Ты чё, сучара? Иди отсюда, залупа, блядь, цветочная. Телефон, иди нахуй, говорю, цветочная. Капец, короче, гопник реально жесткий оскорбляет этого крутого чувака. Он, я как понимаю, он просто продает цветы. Вы платите за домашний телефон? Мы не платим, мы пьем. Мы пьем, выйти. Вы платите за домашний? Блин, а вот это классный мем, я его не знаю, но это так классно сделано. Телефон. Да, десятку. Ну за телефон-то вы платите? Трубы горят, дай опохмелиться. Телефон. Блин, очень классно. Я чё, похож на абонента? А вот этот мем, кстати, мы снимали вместе с Феликсом. Я тоже принимал участие, и прямо сейчас вы увидите меня. Да, я был водителем в этом маленьком меме. Наталья, морская пехота. Я сейчас сяду за руль. А ты вылетишь отсюда. У меня джип в Москве. Я тебя сейчас сделаю. О, это классно, это классно. Простите, а у вас не будет 1 рубля на дорогу? У вас же джип в Москве. Ну, так он в Москве, а я вроде как в другом культурном городе. Mm. Ну ладно, посиди, дружок. До поры до времени. Давай, давай. Серьезно, я сказала, стартуем. Что делаем? Стартуем. Серьезно? Дух выдох, упал, отжался. Блин, это очень классный мем. Я тебя стреляю, что у тебя ниже пояса! Надеюсь, ты помнишь, что у тебя там? Я правильно понял. Блин, это очень классный мем, и прям очень классно сделано. Простите, ради бога, может, меня отправят? За правильность передаем там. Ну что, дружок, мне номерочек твой списать? Да-да-да. Отлично. Кстати, ты уволен. Да-да-да. Кстати, пошел. Тварь! Если вам зашел ролик, поставьте лайк. Блин, на самом деле очень классный видос, он мне очень понравился, особенно, блин, это классные мемы, реально. Ладно, пойдемте смотреть следующие приколы. Например, Майн Лола. Когда не сделал освещение на крыше. Типа, когда в Майнкрафте ты не освещаешь какое-то темное помещение, там появляются монстры. И вот. Тупые гриферы. Да. Чувак просто попался в какую-то ловушку. Ты знаешь этих мудаков, Эрл? Я знаю многих мудаков, но таких тупых, как эти двое, не видал еще ни разу. Фамилия, имя, отчество. А? Ну это вы все прекрасно знаете, это мем, мафиозник. Зубенко Михаил Петрович. Кем являетесь? Вор законен. Где именно? Шумиловский городок. Кличка? Мафиозник. Оля. Иди чистый говно! Пошел, говно чистый! Пошел на работу! Если бы мобы могли говорить. Опустите меня, пожалуйста, опустите меня. Бождожда, опустите меня! Бождожда! Трахить буде! Это довольно странно. Трахить буде! Бождожда, эспистежда! Прохните дне! Завтра будет бом-бом. Горите, пи***ки! У нас было 2 пакетика травы. Я уже говорил тебе, что такое безумие. А? А?
Ладно, ребят, закончились наши видеоролики. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то поставьте, пожалуйста, прямо сейчас лайк. Подпишитесь на мой канал, если вы не были подписаны. С вами был крутой реактор Валорус. Всем удачи и всем пока. Также приходите на другие видеоролики, которые прямо сейчас у вас показались на экранах. Всем удачи, всем пока.